Итак, здравствуйте, я снова вас приветствую на своем канале «Здоровье креста от морковки». И смотрите, паук поймал большого жирного таракана. Впрочем, паук сам уже упитанный, поедает или выпивает все соки из этого таракана. Это видео для тех, кто не верит, что пауки могут, скажем так, защищать жилищ от тараканов. То есть поедать всех тараканов. Поэтому тараканов не выгоняйте. Я уже, правда, делал видео про это, паука. Но вот, как говорится, этого еще в таком формате не было, так сказать. Теперь вот можете убедиться. Поэтому пауки – это наши защитники от, значит, тараканов. А вот еще один паук. Такой грозный. И рядом уже, значит, мумия таракана. Вот ждет паук следующего таракана. Это уже другой паук. Но он такой, знаете, худой. Но ничего, скоро поправится. А это уже третий паук. Он такой уже средненький. Вот ждет тоже свою жертву. Видите, уже получается три паука и все рядом. Ну вот, паук практически уже, скажем так, высосал свой обед тараканий. Вот такой у нас паучок. Этот таракан попался в сети. Тут сразу подбежал паук и начинает его атаковать. Сразу его опутывает таракана кругом вокруг. Конечно, плохо видно, но я думаю, все же понятно. Как быстро паук опутывает таракана. Смотрите, потрясающе. Все, все, жертву запутал, укусил. Или что он там делает, не видно. Ну, в общем, видите, то есть, просто еще хочу сказать, что, или повториться, что пауки не брезгуют тараканами. То есть, у них аппетит прям на них. И вот несколько пауков, которые живут здесь, они прям вот охотятся за этими тараканами. Любимое лакомство их. Видите, как шустрит. Окутывает свои сети прям моментально, потому что таракан только свеженький, попался, так сказать, не успел ничего сделать, и паук его хоп-хоп-хоп и обработал. Так что пауков не надо бояться, все они свое дело делают, всех тараканов переловят в свои сети. Вот он какой. Сразу, да, знаете, такое уважение, да, к таракану. Ага. Такой. Жертву свою запутывает, все, все надежно, все хорошо. Вот еще посмотрите немного, как это дело происходит. Любопытно, конечно. Ты чуть не уронил свою добычу. Наверное, меня боится, ну, имеется в виду. Потому что я снимаю еще с подсветкой, потому что здесь так темно. В общем, как бы так. Вот еще один паук поймал жертву свою, видимо, недавно.
Еще один паук поймал таракана. Сразу подбежал, давай его окучивать, так сказать, закручивать. Хоп-хоп-хоп его. Сразу, значит, в паутину. Все дела. Да, тут, видите, целое семейство пауков, защитников. Сразу укусил его, видно, наверное, он там. И все, готов паук. Вернее, таракан. Смотрите, паук, вот которого я до этого снимал, с первым, скажем так, тараканом, он его оттащил там в свой домик, и сейчас его там, этот, жертву свою затаскивает куда-то дальше, заматывает. Видите, как шустро, сильный, вернее, паук, таракан, таракан таскает, какая, надо же. Вот еще с близкого расстояния таракан и паук. Еще раз снимаю, чтобы было видно. Прикольно так.